вот один латвийский блогер, который убежал в Беларусь, рассказывал в своем блоге, что власти Латвии типа ввели ограничения на выезд за пределы страны. Что вот таким образом, значит, латвийские власти ущемляют так называемых русских, которые вот противятся этому фашистскому режиму. И, соответственно, их запирают в стране для того, чтобы они не могли выехать. Вот у меня просто один вопрос. Даже не к самому этому блогеру, а к его зрителям. Вот как это сделать чисто технически? Вот смотрите. Вот мы сейчас на границе Латвии и Эстонии. Это город Валга. Ну, Валга он в Эстонии, Валка в Латвии. Вот смотрите, вот мы сейчас подойдем по ограниченному столбику. Видите, тут написано Латвийская Республика. Вот здесь проходит граница. Вот она. Поэтому маска посредине этого моста, граница. Здесь, как видите, я сейчас обернусь так, чтобы все видели, да? Здесь нет никаких пограничников, здесь нет никаких наблюдателей. Вот, смотрите, вот Валка, латвийская часть, дальше уже Эстония. Здесь нет никаких, вот, домик, да, который типа символизирует, типа, границу здесь. Все можно вставить. Никто не проверял. Я никаких документов. Мне просто интересно. Допустим, я латвийский гражданин. Кто меня здесь вот может не пропустить куда-то там, не выпустить? Как это все будет происходить? Я даже не понимаю, что там камеры наблюдения были. Я во всяком случае их не видел. То есть, ну, кого рассчитано это вот? Кто аудитория этого блогера? Вот мне сейчас очень интересно. Это нищие Ваньки, которые никогда за пределы своего Мухосранска не выезжали, не знают, что такое шенгенская зона. Это его аудитория. Ну так эта аудитория ему не задонатит. Не просто потому, что она бы не хотела, она может бы и хотела, да им нечем. Они не могут даже в балтийские страны выехать. Всегда на Эколайнсе или Люкс Экспрессе, который там с Петербурга 27 евро билет стоит в Таллине. Даже это себе не могут позволить. То есть на кого это все рассчитывать, вообще непонятно.